Североказахстанские полицейские принимают активное участие в акции «16 дней без насилия», стартовавшей по всей стране 25 ноября. Цель – предупреждения, профилактика преступлений и правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений. В областном центре с начала года за противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений к административной ответственности привлечено свыше 1200 семейных дебоширов. Практика показывает, что наибольшее количество правонарушений совершены в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Всего вынесено 1000 защитных предписаний и 210 особых требований к поведению. С начала года в сфере семейно-бытовых отношений на территории города Петропавловска совершено 20 преступлений. Все в отношении женщин. Участковые, патрульные и ювенальные полицейские, сотрудники групп по защите женщин от насилия в самом крупном городе области в акции «16 дней без насилия» принимают участие все подразделения местной полицейской службы. Целью данной акции является привлечение внимания общества к проблемам насилия в семье, жестокого обращения с детьми, а также формирование к нему негативного отношения. В рамках данного мероприятия Управлением полиции города Петропавловска сегодня проводится акция «Белая лента», символизирующая протест против всех форм насилия над женщинами, сохранение материнства и укрепление роли семьи в обществе. Человек, надев белую ленту, сам обязуется не совершать насилие, не оправдывать и не замалчивать о фактах насилия в семье. Консультации и необходимую помощь специалистов жертвы бытового насилия могут получить по телефонам 8 715 2 49 31 58 и 61 25 30, либо позвонив в республиканский колл-центр 150. Также можно обращаться к участковому инспектору полиции или на канал 102. Адилия Кушекова при содействии пресс-службы областного департамента полиции.